стреляют. Люди все-таки боятся этого всего. Бомбят. Бомбят вот и едут. Как шарахнуло. Испугались. Куда деваться? Жить-то хочется. Ложимся вот так и отопление отключили. Уже здесь постоим 12 часов. Может, прорвемся в Россию. Там нас обогреют уже. Не, ну опасно там реально. Там, где мы жили, там опасно. Вот сейчас позвонили, там друг, у него дом такой козырный был. Вот ночью прилетел к нему, расфигачило дом. Ну там не полностью, стекла повылетало, там крышу повредило. А у нас тоже в пятиэтажку уже 3 снаряда попало. И что, ждать, когда он к нам в квартиру залетит, как-то, блин,